Впервые в Кургане. Самая необычная выставка 3D-картин 3D-воображариум. С 15 апреля по 15 мая. Ждем вас в Курганском областном художественном музее. И не забудьте фотоаппарат. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Впервые в Кургане самая необычная выставка 3D-картин 3D-воображариум. С 15 апреля по 15 мая в художественном музее. Телефон 46 55 63. Не забудьте фотоаппарат. А теперь о прогнозе синоптиков. Во вторник синоптическая ситуация в Зауралье обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого уплотнением облачности и небольшим дождем, при температурном режиме на 8-10 градусов выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 13, плюс 15, в Челябинске плюс 17, плюс 19, в Тюмени плюс 15, плюс 17, небольшой дождь. В Кургане ночью облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11. Днем в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба. 19 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!